18 февраля в Калинковичах произошло несколько пожаров. Один из них – возгорание дома по улице Озерина. На место тушения выбыли наряды районного отдела по чрезвычайным ситуациям и сотрудники милиции, которые искали свидетелей. К счастью, они вовремя оказались возле соседнего деревянного дома. Только приоткрыв двери, услышали запах угарного газа и мигом бросились внутрь. В спальне лежал пожилой человек. Он был срочно госпитализирован и помещен в реанимацию. Как оказалось, горожанин отопил грубку и раньше времени закрыл поддувало. Из-за этого в дом и пошел опасный угарный газ. Счастливая случайность спасла ему жизнь.